врачи брали кровь с пальца и щитовидку проверяли. Дело в том, что мы пришли к выводу, что здоровье детей до Чернобыля было намного лучше. И когда случилась чернобыльская авария... Поэтому повышение частоты анемии у детей, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, всей нашей работы в первую очередь лежат отношения наших детей. Тобто дітей потрібно, хоча вже пройшло 27 років, але потрібно оздоровлювати, тому що діти проживають все ж таки на забрудненій території, оскільки період розпаду цих радіонуклідів, всього іншого не одне десятиліття. Когда она была маленькая, у нее были тяжелые состояния, то яйцеклетки или так, это мое мнение, я не знаю, могу ошибаться. Тогда это облучение на меня подействовало. Это мое мнение, я